1:45. Это у нас уже 15 октября. Горит где-то 8-й или 9-й этаж по адресу Днепровская набережная, 13. Звонил уже пожарникам, говорит, машина работает, все нормально, вижу лестницу. С балкона хорошо полыхает, не знаю, горит квартира или нет, но балкон очень сильно горит. Вот так вот, кому-то не повезло. Но пожарники отработали быстро. Я смотрю, дым, огонь уменьшается. Лестница уже стоит, наверное, уже подтянули воду. Длинная лестница достала до этажа. Да, уже меньше, уже. По краям только балкона слышно, кричат команда, командует. Вот так вот ночь. Ну, балкон это такое, могли и окурок бросить. Когда-то был свидетелем такого. Если квартира, это завтра узнаем в новостях. Это немножко другое. Затянуло дымом. Мост потонул немножко. Вот так вот, березняки. Что-то частенько тут пожары бывают. Берегите себя. Соблюдайте правила пожарной безопасности. Всем удачи!